Продолжаются ремонтные работы и во Дворце культуры имени Чкалова. Это еще один пункт визита Владимира Шапкина. Вместе с депутатами городского округа он оценил темпы и процесс капитального ремонта учреждения культуры. Из-за пандемии коронавируса сроки по сдаче объекта немного задерживаются. Изначально завершение работ было запланировано на ноябрь 2020 года. Подрядная организация планирует сдать объект до конца года. Строители выполнили ремонт кровли, реконструировали фасад. Продолжается ремонт помещений. На стадии завершения работы по обновлению входных групп. Напоминаем, что с прошлого года во Дворце культуры поэтапно проходит капитальный ремонт. Выполняются работы на областные средства с софинансированием из местного бюджета. Дом офицеров для Чкаловской – это больше, чем дом офицеров. Здесь просто центр притяжения и молодежи, наших детей, наших ветеранов. Исходя из тех условий, которые попали строители в этом году, и трудности бюджета сегодняшнего года, исходя из проблем пандемии коронавируса, пришлось сокращать расходы. Надеемся, что до конца этого года будут введены в действие все остальные помещения, касающиеся работы кружков, секций. Оставшуюся часть, зрительный зал большой и оборудование, перенесем на следующий год. Мы с пониманием относимся к этому. Мы считаем, что данные подрядчики исполнят свои обязательства вовремя, ну не вовремя, а уже в новые сроки, но это где-то может быть месяц займет, доп к расчетному времени. Но качество работы нас устраивает, мы уже посмотрели. Сейчас вот этот месяц у нас, по сути, с ноября до декабря, для того, чтобы мы все это доделали. Мы это все обязательно доделаем, поскольку объект нужно, чтобы он функционировал, чтобы дети здесь занимались.